Здравствуйте. Сегодня оставшаяся часть по проектированию четвертьволновых оформлений в Хорнресп. Рассмотрим вопрос наполнителя, потому что если у вас динамик играет середину, то наполнитель обязательно, иначе будет эхо садить из порта. Итак, вот у нас есть модельный дизайн на 100 Гц. Вот, сейчас добавим туда наполнитель. Вот. Это делается вот здесь, в этом окне. Вот тут филинг. Начинаем добавлять наполнитель. Понадобится примерно там 50 грамм наполнителя. Вот, задаем здесь, у нас два сегмента, для двух сегментов задаем количество наполнителя. Вот. И сейчас еще зададим то, что в открытом сегменте там должен наполнитель только 50% ближе к динамику наполнять, а оставшийся конец должен быть свободен. Вот мы добавили наполнитель, это привело к тому, что упала характеристика, то есть от отдача трубы стала меньше. И это нужно будет компенсировать, чтобы получить график такой, какой нам нужен. Для этого придется немножко увеличить сечение трубы и немножко укоротить ее. Сейчас сделаем это. Немножко увеличиваем сегменты. Красный – это текущий график, а серый – это исходный график, который был до редактирования в Визарде. Мы приводим красный график приблизительно к виду серого, ну или, в принципе, к какому-то виду, который нам нужен. Вот приблизительно вот так. Посмотрим задержку. Задержка приблизительно пришла к виду, как было до введения наполнителя. Но это нормально. Задержка допускается до 20 миллисекунд, но лучше 15 примерно. Вот такой график. Ну вот как-то так это работает с наполнителем. В следующем видео я, наверное, покажу, как переходить вообще от длины и площади тоннеля, который мы рассчитали в Хорнреспе, уже к реальной геометрии корпуса. У меня для этого есть Excel, который это делает автоматически, но я начну с ручного объяснения, как это вообще, в принципе, исходя из чего это, из каких допущений строится геометрия. Вот, ну все, до следующих видео, подписывайтесь, жмите лайк, комментируйте, задавайте вопросы, это помогает развивать канал. Надеюсь, моя информация полезна. Спасибо, до новых встреч.